Разрешите поздравить всех кременчужан, болельщиков футбола, с наступающим Новым годом. Пожелать в Новом году всем удачи, здоровья вашим семьям, детям, близким и всего самого наилучшего. Ну и настоящим болельщикам в этом году желаю дождаться, чтобы Кремень вошел в первую лигу. И вообще, чтобы в городе у нас развивался футбол, как говорится, на полном уровне. Желаю всем в Новом году удачи и всего самого наилучшего. С Новым годом!